эколога сатанизм. Может быть, глобальный. Сатанизм. Но это то, что, например, сейчас у нас происходит в Европе. Очень это интересно. Не, это, да. это классический, то есть вот этот вот экологизм, который есть, он сатанинского уровня. В чем заключается? Он говорит, что все... Имею в виду всякие эти зеленые партии и так далее? Все существа равноправны, что человек, что муравьишка. А, все имеют право на жизнь, никого не имеют. Нет, все имеют равные права. Они правы, значит, равные права, это разные вещи. Ну что ты корова. А равные права, соответственно, следующий шаг убийства человека или убийства муравья, это одинаково. Убийство муравья, но не сложно, соответственно, мы можем убивать людей. Мы можем устроить, да. А сатанизм почему? Потому что это нарушение заповеди, что человек создан по образу и подобию Божьему. Ну да. Уравнивать его с животными. Конечно, конечно.